Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем рукодельном канале. Сегодня запись моего 11-го старта в носочную дюжину 2, которую организовала Анна Полозняк. Ссылочки на Аню и на всех девочек-участников будут внизу под видео в инфобоксе. Я надеюсь, что здесь не сильно будет слышно музыку, потому что везде шумно, время уже обед, все пообедали и пошли то купаться, то танцевать, то загорать. Вот такая у меня красота. На заднем фоне музыка играет, я надеюсь, что как-то я ее, может быть, приглушу. Вот в таком местечке я села. Вот он мой мешочек. Давайте я покажу, что у меня здесь. У меня два моточка. Вот таких. Сейчас я их положу обратно и вытяну какой-нибудь один из них. И узнаем, с чего я буду сегодня вязать. Так, отверну, поперемешаю их тут. Все, давайте. Ой, вот, это, по-моему, персидская сирень на фоне бассейна, на фоне пальмы. Вот он, этот моточек, с которого я сейчас иду на пляж, ложусь и начинаю вязать. Это моя дорожка к пляжу. А вот, кстати, вот эта сцена, на которой мы занимаемся зумбой. Сегодня у нас была классная экскурсия в каньон. Вообще просто супер. Мы приехали оттуда, и, наверное, я сегодня не пойду заниматься, честно говоря, подустала. Ну вот, море. Классно, у нас отель прямо на море, первая линия. Вот такая красота. Девочки мои, нас много, нас 11 человек. И вот все уже на пляже. А я с записью видео бегала тут, пыталась, где бы мне снять. Вот так. Ну все, не буду дальше снимать, там уже очень много народу. Я пошла. Ну, хочу вам показать готовый результат моего 11-го уже старта. Вот готовы мои носочки очередные для клуба 28 петель Питер для недоношенных малышей. Ну и, конечно же, шапочка. Вот такая. Вот такой он был мой 11-й старт. Всем пока!